На стройке в Казани погиб 52-летний рабочий. Мужчина сорвался с высоты 5-го этажа строящегося здания по улице братьев Баталовых. По предварительным данным, мужчину пригласил работать на стройку его знакомый, при этом его не оформили официально. Во время строительно-монтажных работ мужчина сорвался с высоты, он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. В ходе расследования следователи выяснили, что место проведения работ не имело защитного заграждения. По данному факту следственным органам Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований безопасности при ведении строительных работ». В настоящее время на предприятиях, занятых в возведении объекта, проведены обыски и изъята необходимая документация.